За последние два года в Нижегородском онкодиспансере количество эндоскопических операций выросло практически в два раза. В 2014 году было сделано 360, в 2016 уже 602. Особенность этих операций заключается в том, что опухоль удаляется при помощи гибкого эндоскопа, без нарушения кожных покровов, как говорят специалисты, через естественное отверстие. При этом боли пациент не испытывает и выписывается, как правило, уже через 2-3 дня после операции. За одну из таких операций и был награжден коллектив онкодиспансера на Всероссийском форуме, посвященном актуальным вопросам эндоскопии, который проходил в Петербурге. Врачам удалось успешно удалить раковую опухоль размером 11 на 7 сантиметров без разрезов. Конкурс всероссийский, но присутствовали специалисты из дальнего зарубежья. Это специалисты из Японии, из Австрии, из США, из Германии и так далее. Кроме того, были включены самые ведущие специалисты из Российской Федерации. И на этом конкурсе специалисты нашего диспансера заняли второе место. У нас имеется весь резерв и оборудование, и специалистов, и желание работать, и выполнять. У нас это все есть. Поэтому необходимости ехать за рубеж мы не видим абсолютно никакой. То, что сейчас происходит на мониторах, неинвазивные исследования опухоли. Без разрезов и проколов врачи возьмут на анализ ее часть. Фактически пациенту будет поставлен окончательный диагноз и принято решение о выполнении операции. Осмотр внутренних органов без хирургического вмешательства было нереально. Возможность выполнять подобные операции появилась у врачей после получения специализированного оборудования в рамках национального проекта «Здоровье» и при личной поддержке губернатора Валерия Шанцева. В данный момент отделение укомплектовано в соответствии с мировыми стандартами оснащения. Сейчас происходит выполнение операций под эндоскопическим и ультразвуковым контролем одновременно. Это новая аппаратура, которую мы получили год назад при поддержке губернатора области Валерия Павловича Шанцева. С тех пор мы имеем возможность проводить диагностику на самом современном уровне. Пациенты, которые уже получили такую медицинскую помощь, удивляются возможностям этого современного оборудования и благодарят врачей за высокий профессионализм. Операция прошла очень благополучно, все очень хорошо и все четко. Я уснула в этой операционной и тут же проснулась. Всех видит то, что как пришла, так и вышла. Я ничего не чувствовала, никакой боли. Было все прекрасно, все хорошо. Впечатлило, во-первых, персонал. Все легко, спокойно, тихо, благородно. Благодарность за понимание, за внимательность, за уважение к больному и, конечно же, за профессионализм, за милосердие. Благодарна всему обслуживающему персоналу, медицинским сестрам за их легкость, за их умение выполнять врачебные назначения вовремя. И очень аккуратно, и очень грамотно. Врачи-онкологи еще раз напоминают, один из важнейших этапов в лечении – своевременная диагностика. В течение 2016 года специалисты онкодиспансера посетили районные больницы области. Проект назывался «Онкодесант». Эта работа, диагностика и консультативная помощь населению региона должна быть продолжена. Анастасия Рябова, Алексей Зуволов, «Объективно», ННТВ.